Нам Сэм хочет показать игрушку, да? Ты видишь, как нагад? Ты видишь это маленькую штуку? Это похоже на божью коробку маленькую, электронную. Да. И он работает как что-то нормальное, но... Так. Но когда ты будешь... Ну, ты можешь вот так вытаскивать, будет повернуться. То есть она реагирует на звук? Да. И ты знаешь, что я думаю... Так. Мы... Почему они не делают с другими игрушками? Это $10, маленькая божья коровка. Не могу это сделать с машинками. Не могу сделать много другие игрушки. Если ты будешь... Получается, что взрослые парни должны с божьими коровками играть, прям как девочки. Нет, я говорю, что это технология. Это маленькая вещь. Да. Есть такая технология, что ты можешь это сделать за $10. Да. Почему не делать как другие игрушки? И продавать по $1? Да. Ладно, Сэм, мы эту мысль передадим стартаперам, которых много в Кремниевой долине. Может быть, они сделают стартап и будут по доллару... Подожди, я продажу одну вещь. Давай. For this video, can we get 10,000 likes? За это видео можно, чтобы мы дали 10,000 likes. А зачем? А что ты с ними будешь делать? Ну хорошо, тогда, когда ты говоришь 10,000 лайков, тогда ты должен вот так палец поставить. Нет, это значит на YouTube. На YouTube? Да. Ну так ты скажи, мы хотим на YouTube, чтобы было 10,000 лайков. Вот, пальцем нам показали палец такой, в хорошем смысле. На этом мы прощаемся.